Спасибо большое. Да, это из-за того, что у нас, как я вчера рассказывала, когда мы делали с Марией Завьяловой книгу, было очень много переживаний с макетом, с другими вещами. Приходилось много сидеть у компьютера и вылавливать блох руками. И это бесконечно. Я от этого уставала. И в какой-то момент задумалась, что если Греймас родился в Туле, в семье беженцев, это всюду написано, ну, скорее на литовских сайтах, это как бы часть его биографии. Отец был учителем в школе беженцев, это всюду идет как такой канон. Вот. То, наверное, его крестили. Это как бы очень просто. Не мог литовец подождать возвращения в Литву и потом только крестить младенца. Поэтому я вдруг так вот, чтобы отвлечься, сделала запрос в Тульский архив. И Тульский архив мне тут же за маленькую сумму денег прислал свидетельство о крещении Греймаса, вот, которое с огромным удовольствием переслала Кестутису. Там были 2 недели перерыв после запроса, ты заплатила деньги и 2 недели... Да, да, 2 недели мы молились с Кестутисом, святому Антанасу, то есть святому Антонию, чтобы нашлось свидетельство о крещении. Наконец оно нашлось совершенно спокойно, просто Тульский архив мне выдал это свидетельство, оно такой вот с печатью, как бы я получила самую бумажку, которая на мой адрес, это я как бы о родственнике спрашиваю, да, где написано, что в документы государственного учреждения Государственный архив Тульской области в Объединенном архивном фонде церкви Тульской губернии в метрической книге Петропавловского римско-католического костела города Тулы Тульской губернии за 1917 год устанавливается событие рождения, крещения 9 марта, 5 апреля 1917 года младенца Ольгерта Дета Юлиана, номер 78, полмужской. Родители новорожденного, народный учитель Юлиан Викентьевич Греймас и его законная жена Констанция Константиновна, урожденная Линцкевич. Восприемники Юрий Чурлис и Мария Горина. Основание, то есть как бы сноска на церковно-приходскую книгу. Как сейчас выяснилось, я совсем не была первой, мы так радовались Кестутисом, кто попросил эту справку. Когда сейчас я уже добралась до замечательного прихода, тульского католического прихода Рождества Пресвятой Богородицы, вот этой вот именно той церкви, в которой крестили Альгридеса Юлиуса, то отец Виталий Спицын, который сейчас служит там, сообщил мне, что несколько лет назад биограф Греймаса, американский исследователь Томас, сейчас, как Броден, Томас Ф. Броден, я все время Ф забываю так, которого вы видите, вот главный герой, он тут всюду на фотографиях, его снимали в местах Греймаса. Он запросил у священника, то есть он не в архив обратился, он попросил священника прислать ему свидетельство. И священник пошел в архив, сделал то же самое, что я, только просто физически, взял копии и выслал ему. И тоже наткнулся на то же самое, что натолкнулась я. То, что мне казалось совершенно неразрешимой загадкой, потому что вот кто его крестные родители, как бы сразу стало понятно, вот Юргис Чурлис, поскольку я работала в школе много лет здесь, в Москве, Литовской, я все время заставляла учеников писать рефераты. Я помню, что кто-то из моих учеников про Юргиса Чурлиса писал рефераты. Это инженер, который участвовал тоже после 18 года в правительстве Литвы, он был в комиссии там по восстановлению железных дорог и вообще инженерного всякого дела. Он очень много этим занимался. Он, что, по-видимому, повлияло на Альгердеса Юлиуса, составлял первый словарь технических терминов на литовском языке, потому что они были все по-русски. Вот. То есть он известный человек. Всюду в его биографиях пишут, что он был председателем комитета литовских беженцев в Туле.
Ну, пока что я не видела об этом документов. Но вот как найти Марию Горину, мне казалось, это невозможно. Женщина с русской фамилией, в Туле, абсолютно точно католичка, в 1917 году. Но в той же книге за 1917 год, которую я всю просмотрела, есть запись за 6 января. Это нам повезло, что они крестили, значит, вот вы поймете кого, именно уже в январе, то есть в 17 году, а то бы не нашли. Там есть запись, что Мария Горина в девичестве Квятовская и Казимир Горин, учитель Ковенской дирекции, крестят родившегося 9 декабря 16 года своего сына Витовта Казимира. И крестные родители Юлиус и Констанция Греймасы. То есть эти две семьи дружили. Оба папы учителя. Они оба назвали своих сыновей Альгердас Юлиус и Витаутас Казимирас, то есть они оба назвали сначала в честь великого князя литовского, а потом в честь отца младенца. То есть это, по-видимому, была какая-то дружба, мы о ней, наверное, ничего не узнаем. Про Казимираса Горина я нашла, что его память хранит школа Вещимтой. Это Аникщайский район. В 1906 году там была открыта первая начальная школа с преподаванием литовского языка, и первым учителем литовского языка был Казимирас Горин. Вот. Так что мы представляем вот обстоятельства рождения Альгердаса Юлиуса. Это литовские беженцы, это как бы люди, мечтающие, по-видимому, то есть тут явный патриотизм, такой очень яркий. Вот. И вот еще я нашла вот эту подпись Казимираса. Я вот позавчера была опять в Тульском архиве и нашла про этого Казимираса, что он был секретарем Литовского общества по оказанию помощи пострадавшим от войны. Чуть позже об обществе. Председателем Тульского отдела был прилад, вот фамилию, к несчастью, неразборчиво, но, может, я найду где-нибудь, кто это был такой. Вот. А секретарь К. Горин, это очень, у него замечательный почерк. Вот. Документы, касающиеся Тульского отдела Литовского общества. Их очень много в Тульском архиве. Я надеюсь, что когда-нибудь найдется историк, который исследует именно литовских беженцев в Туле. Тем более, что есть, это редкий случай, что есть вообще брошюра такая Яна Керстена, выпущенная в Туле. «Литовские беженцы в городе Туле, 1917 год». Я пыталась найти, выпускали ли вот Литовское общество помощи пострадавшим во время войны вообще в каком-нибудь другом, например, в Воронеже, где были замечательные гимназии. Были ли там вот такие вот выпуски? Ничего подобного я нигде не видела. Вот этот Ян Керстен, он выпустил это для того, эту статистику 15-го года, 15-16-го, для того, чтобы доказать, что при всей помощи литовским беженцам им живется очень плохо, и, собственно, вот с приложением двух бюджетов, сколько они получают, речь идет о крестьянах, которые оказались в Туле, и что на эти деньги практически невозможно выжить. То есть цель брошюры именно такая. Вот. Литовское общество, оно было, собственно, организовано еще в начале войны в Литве. Его организовали, ну, тут много людей литовских, Петрас Леонас, Мартинас Ичес, Антанас Сметона, врач Антанас Вилейшес, его жена Эмилия Вилейшенис, священник Константинас Ольшаускас, инженер Йонас Мащодас. Это уже в 18 году деятели литовского правительства. Вот историк Каспаравичус, он очень правильно пишет, что вот это вот движение за помощь вот, пострадавшим от войны, оно на самом деле возродило литовское государство, что вот эта вот консолидация интеллигентных людей, которые, людей культуры, которые захотели
спасать свой народ, и для этого объединились, она дала невероятные совершенно плоды, и что многое в литовской независимости выходит просто из трагедии Первой мировой войны. Документы, например, касающиеся Тульского отдела литовского общества. Это отчеты губернатору Тулы о деятельности общества. Например, 29 декабря 2015 года. Первое. Правление отдела канцелярии находится в доме римско-католического костела. То есть вот все крутится вокруг этого здания. Я думаю, что родители... Его сейчас можно в Туле, оно замечательно восстановлено. Снаружи. Внутри, по-видимому, после советского времени оно невосстановимо. Но там сейчас костел, который сейчас находится, как я сказала отцу Виталию, находится во дворе, но церковь оказалась во дворе жилого дома. То есть вокруг жилые дома. Но он сказал, нет, это жилые дома, выстроенные вокруг нас. Совершенно правильно. Раньше оно, по-видимому, стояло, это проспект Ленина, или улица Ленина. Проспект, в Туле. То есть там оно и находилось, вот это вот общество, где собирались литовцы. Отдел содержится на средства, поступающие из Центрального комитета, находящегося в Петербурге. Это был знаменитый комитет, вот где были все, собственно, там находились и Петр Сляунес, и Мартин Осичес, Антана Сметона находился в Литве. Освящение Константина Альшаускаса, он как раз очень много делал, ездил по странам Европы собирать деньги, вообще очень много делал для этого общества. И главная вот эта газета, например, «Голос литовца», она выходила в Петербурге, и там на последней странице были объявления тех, кто ищет друг друга во время Первой мировой войны. И там много объявлений и из Тулы. Вот. Отдел содержится на средства, значит, поступающие из Центрального комитета. В ноябре получено 900 рублей, в декабре 8 тысяч. Еще получено из Тульского отделения комитета Ее Высочества Великой Княгини Татьяны Николаевны 500 рублей на создание приюта детей-беженцев. Отделением открыты швейная мастерская, в которой работают 7 человек для нужд беженцев, и приют, в котором находится 40 детей. При отчете прилагается все время устав общества. Этих обществ, ну вот я видела в этих отчетах губернатору, было в Туле было польское, очень большое, самое большое, еврейское, латышское и литовское. Вот. В архиве есть сводки по беженцам в Туле. Они практически должны были сдавать эти сводки каждый месяц. Там есть даже телеграммы такие. Они должны были направлять тульскому губернатору сводки. Тульский губернатор все это направлял в Петербург в общий комитет по как бы, таким сведениям о беженцах вообще по России. Вот. На 1 января 1916 года в Туле 37 тысяч беженцев, из них 20 тысяч практически русских, 7 тысяч поляков, 1500 литовцев, 1000 латышей и 1200 евреев, 193 немца и 376 прочих. Вот. Из них получивших заработок беженцев 832, нуждающихся в помощи 20 тысяч. В отношении оставшихся проводится расследование. По брошюре вот этой вот «Литовцы-беженцы», это 15-й год, вот сейчас я говорила 16-й, всего было 15 тысяч беженцев, всего беженцев в Туле, из них 1280 литовцев, то есть их увеличилось в 16-м только на 200 человек. То есть самое большое количество литовцев прибыло в Тулу, вот тут вот в августе-сентябре 2015 года, тут есть сведения. Ну вот из этого всего вы можете представить себе обстановку, в которой родился Альбертус Юлиус Греймас. Еще, вот когда я читала церковно-приходскую книгу, например, в разделе «Смертей», чтобы представить себе, что там происходит, огромное количество младенцев умерших и вообще маленьких детей, то есть мы рады, что родители сохранили жизнь своему сыну, потому что их на самом деле много, ведь это только католического прихода. И просто потрясает, то есть каждый день хоронят младенца, католика, при том, что их достаточно мало должно быть. То есть это польские и литовские дети.
И каждый второй младенец, а каждый третий австрийский пленный, тоже католики. Их отпевают в католическом костеле. Ну, вот такая вот обстановка. Одновременно я смотрела документы, которые рядом. Это революционная обстановка. Весной 1917 года вокруг Тулы уже поджигают поместья. И уже происходят стачки и демонстрации. То есть это уже очень неспокойное время. Мы пока что не знаем, когда конкретно они уехали. Но вообще, конечно, движение назад началось осенью 17 года. Так, и в 18-м уже, ну, практически вот эти вот снялись все беженцы в каком-нибудь направлении, просто чтобы достигнуть Литвы, тем более, что она объявила независимость. Еще хочу сказать, что во многих исследованиях историков именно в этот период рождения Греймаса появляется имя Юргиса Балтрушайтиса, как человека, который помогает беженцам вернуться в Литву. И его карьера дипломата и вообще литовского политического деятеля тоже началась с спасения беженцев. Вот. Спасибо большое. По поводу литовских беженцев. Ну, довольно-таки известно, я бы сказал, даже общеизвестно, что главный центр был в Воронеже. Там действительно было их много в свое время, я даже ездил в Воронеж и чуть-чуть этим занимался. Но почему именно Воронеж и Тула? Кто направлял потоки беженцев именно в эти города? Почему не Тамбов, не Курск? Или там тоже были? Было распоряжение, куда отсылать людей из Литвы. При этом я нашла очень интересное сообщение русских историков о том, что вообще сейчас считается из последних исследований, что не очень обосновано было это отселение людей, что сначала люди на самом деле бежали, боясь приближения немцев, но дальше началась государственная такая вот кампания, чтобы выселить людей из западных губерний, особенно началось с евреев, потому что считалось, что они тут же объединятся с немцами. И всем будет плохо. Да, это правда совершенно. Вот это вот как бы найдены документы. И поэтому было сделано, что такая кампания о том, что надо быстро всех переселять. И, кроме того, очень быстро была создана структура вот этого вот помощи беженцам. И сейчас историки даже думают, что есть такое предположение, что нельзя уж так сразу говорить, что война начала Первая мировая революция, в смысле, что люди хотели остановить войну. То есть народ возмущался войной. Народ еще возмущался вот этими нечеловеческими толпами переселенцев. То есть атмосфера в России из-за того, что в каждой губернии вселялись огромное количество людей, которые при этом получали вспомоществование, в отличие от людей, которые там жили, создавало очень нездоровую и совершенно критическую обстановку, что это вносило ужасный хаос тогда. Вот именно эти люди, которые беженцы, это же были люди без мужчин. Тут есть количество еще мужчин и женщин. То есть это женщины, это старики и дети, которых всех приходилось кормить. Вот Татьянинский комитет, вот представьте себе воюющую страну. Я все же думала, когда это закончится. Вы знаете, это заканчивается в конце 16-го года. Они решают сокращать на это как бы вот эти деньги и вообще там валенки. В конце 16-го года очень красивые документы в Туле. Решено не выдавать обувь, а чинить старую. Для этого проводится совещание комитета. Есть тулкомитет, есть губернский тулкомитет. Ну, если бы я как бы это самое... Есть, например, комитетов. Насколько я помню, в одной Туле работало 16 комитетов по беженцам. Они все время встречаются. Вот я читала тулкомитета документы. Это сильно. Они встречаются по поводу конкретных лиц. Встречаются они каждую неделю. По поводу конкретных лиц, по поводу обратившихся сирот, по поводу обманувших, по поводу того, что не надо выдавать обувь, потому что неизвестно, как вот с книжкой вчера говорили, Греймаса получили, записали.
Да, один экземпляр. Также выдавали обувь, но люди обманывали. Вот. Я никогда не думала, что это была такая странная ситуация для России именно. Вот. А Воронеж, да, Воронеж знаменит именно в литовских, поскольку много культурных было деятелей. В Туле тоже очень много было интересных людей, но это отдельный как бы эпос, можно писать, литовцев, которые попали в Тулу. А вот в Москве, например? В Москве и Петербурге огромные совершенно. В Тулу было выслано, например, 40 человек сирот из Москвы, потому что они не помещались, литовских, литовцев. Прошу обнародовать, вот мы в предварительном обсуждении звучал прекрасный список паёк, еда, вот сколько выдавалось еды, ты рассказывала. Пожалуйста, я просто пока, поскольку я не научный человек, то я, когда что-нибудь читаю, я пою всем знакомым. Так, еды. Сейчас это кузнецы. Название занятий. Вот, например, название занятий. Могу сказать, чернорабочих, например, мужчин 136, интеллигентный труд 12. Это они пишут, это очень подробные сводки. Сколько работают, какой возраст, продовольствие. Вот тут вот эти вот два бюджета. Бюджет номер один принадлежит крестьянской семье, приехавшей сюда в августе 15-го, проживавшей до марта 16-го, на средства, привезенные с собой. С марта-апреля, когда средства окончательно иссякли, перешедшие на иждивение комитета, от которого получают помещение с отоплением и освещением в общежитии, баню и мыло для бани, денежный паёк на продовольствие. Семья состоит из матери 35 лет, сына, посещающего школу, 10 лет, и трех дочерей 7 лет, 5 лет и 3 года. На родине жили в полном достатке, имели 19 десятин земли, 3 коровы, 2 лошади, свиней, нанимали годового работника. Муж беженки 42 лет в дороге утонул. Пайка от комитета на 4 человек, 13,50. И там дальше название продуктов. Картофель, капуста, перловая крупа, манная крупа, горох, черный хлеб, белый хлеб. Очень мало, кстати. Подсолнечное масло, сало свиное, чай, сахар, соль, перец, мыло, нитки. Это краткое, как бы, вообще очень много, конечно, в этом интересного. Очередной раз я пожалела, что из меня не получился историк. Спасибо.